По данным Росстата, только за март задолженность по заработной плате в стране выросла на 2,5%. В Чувашии задолженность составляет более 29 миллионов рублей. В черном списке 18 предприятий. 100 человек, которые долгое время не получают вознаграждение за труд, работают на предприятии «Инженерный центр», который расположен в Чебоксарах на улице Гайдара. Вместе с сотрудниками прокуратуры на предприятии побывала и наша съемочная группа. Это предприятие переехало на улицу Гайдара в Калининском районе столицы Чувашии совсем недавно. Ранее оно было прописано в Ленинском районе. Практически сразу после смены юридического адреса в прокуратуру стали поступать сигналы, что работники не получают зарплату. Но все попытки личного руководства предприятия выяснить причины невыплаты не увенчались успехом. Двери закрыты, на звонки никто не реагирует. Поступила информация о последующем обращении граждан от организации «Инженерный центр» о том, что в данной организации задерживается заработная плата. Была проведена проверка, и доводы обращения и информации нашли свое подтверждение. Прокуратура возбудила административное производство, наложили штраф на организацию, внесли представление об устранении нарушений. Неоднократно указывали о том, что вся задолженность связана с тяжелым финансовым положением, у них имеются проблемы с услугами, которые они предоставляют, однако это не является основанием для того, чтобы задерживать заработную плату работникам. Работодатель должен сам решать данную проблему, будем надеяться, что он решит в скором времени. Сейчас в прокуратуре дают оценку действиям руководства предприятия. Возможно, будет возбуждено уголовное дело по факту образования задержки заработной платы более 2 месяцев. Татьяна Молокова, Николай Яковлев, Республика.